утро мы не с кофе начинаем. Уже давно так делает весь свет. Когда рассвет мы утренний встречаем, проснувшись, то заходим в интернет. По зову сердца или по привычке, но с целью важной, так скажу вам я, мы утро начинаем с переклички. Ну как вы, мои милые друзья? Если есть ответы на экране, заветный добрый огонек блестит, то на душе немного легче станет. Все живы раз находятся в сети. Дай Бог, чтоб так и дальше с нами было, и чтобы много-много долгих лет. С утра в ответ как радость приходила, душевная и теплая «Привет!». Чтоб оставался в списке каждый профиль, ведь по-другому знаете нельзя. И утро начинается не с кофе, а с фразы «Как вы, милые друзья!». Чтоб оставался в списке каждый профиль, ведь по-другому знаете нельзя. И утро начинается не с кофе, а с фразы «Как вы, милые друзья!». И утро начинается не с кофе, а с фразы «Как вы, милые друзья!». Как вы, милые друзья!